Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 21 августа, я хочу показать вам финальное видео о томате таймыр. Обычно я на улице показывала, и там как нет такой собранности, как здесь. Но вот здесь, когда они все в одной кучке, я вот последний сбор сделала, я хочу вам показать, какие они ровненькие. Видите, томат, плоды все выровненные, очень удобные для засолки. И вообще среди вот этих томатов таймыр обычно нет ни треснутых, ни каких-то деформированных, ни корявых. Они все как штучный товар, все один к одному. Кто не видел еще моих видеообзоров летних, я напомню, что это ранний, холодостойкий, детерминантный, суперурожайный сорт для открытого грунта. Кому интересно, могут посмотреть летнее видео, как я вдоль теплицы их садила. Занимает очень мало места, потому что куст штамбовый. Абсолютно не требует ни подвязки, ни посынкования. Я подвязываю просто потому, что много плодов, и обламываются они, вот эти кустики. Растение все покрыто выровненными круглыми плодами. Выглядит очень нарядно. Плоды, они вот такие плотные, ярко-красного цвета. Они, конечно, мелковатые, массой до 100 грамм. Крупных их никогда не бывает, но они все одинаковые. Это очень удобно. Этот сорт обеспечивает стабильно высокий урожай в условиях нашего вот сибирского лета или других холодных регионов. Вы обязательно получите. На одном квадратном метре можно размещать от 3 до 5 растений. Высота 30-40 сантиметров, компактный, не вытягивается в рассаде. Очень хороший и удобный, такой неприхотливый для занятых огородников. Вот видите, как у них ни разу, вот сколько выращивала, скажу честно, ни разу его не поражала фитофтора. Но может быть есть такие районы, где фитофтора неизбежна, где все вот идет как сплошным потоком. Но вот ни одного плода на выброс с этого сорта нет. Сорт таймыр — это 100% выход. Вот такой именно товарных плодов, которые можно в крайнем случае и на торговлю, и на засолку, и на салаты. Такой плотный, мясистый. При засолке, если... Ну, я обычно вот здесь делаю прокол, один прокол, чтобы она не разрывала ее помидорку. Ну, держит форму, она и сама мякоть плотная, и кожица такая плотная. Вот для засолки идеальный вариант. Все, последний раз посмотрели на таймыр. Сейчас он у меня весь уйдет под нож, на семена. Вот мне что нравится в таймыре, в полюсе, ничего не выбрасываю с этих томатов. Они все одинаковые, снизу, донизу, снизу и доверху. Вот все идут как один. Куст облеплен. Вы, наверное, видели там, где около перцев он растет вдоль теплицы. Очень такое красочное зрелище, где я 5 ведер с одного квадратного метра набираю. 20-сантиметровая полосочка. Там 20 кустов. Еле-еле обобрала. Я вот уже сколько оббираю, уже полмесяца, наверное. Ну, как он периодами же. Все, один обберу, потом другой. Все, до свидания. Полюбовались сортом таймыр. Для холодных регионов, именно для открытого грунта, не советую садить в теплице. Нынче провела испытание, посадила 2 куста в теплице. Плодов много, но они маленькие. Оказывается, жару он переносит плохо. Он именно для открытого грунта, вот такой, как холодостойкий. И в теплице я даже собирать не стала пуговки. Там у нас была же сильная жара, 45 градусов. Он на этой жаре не смог сформировать, ему не хватило вот этой прохлады, влаги. Он не смог сформировать, так что я еще раз убедилась, что это именно томат для открытого грунта. Все, до свидания.